Он такое вот бедное, несчастное существо. Мамку сегодня раздавили. Блин, так жестко было, смотрите. Да я говорю, как здесь можно носиться так? Видно, а вы знаете, что ты там ел? Она черная, это волозок. Ее, видимо, водитель и не увидел. Ночью, видимо, знаете. Да, на, по такой дороге скорость откуда? Чуть-чуть, не бойся. Подпискивает частенько. Ничего. Ее. Да вот просто. Она сидела на маме на своей и орала. Угу, она уже долго, а эти там спрятались. Так, выходим, товарищ. Мне никто, я не думаю, что ее специально там что-то сделали, потому что она черная, видимо, угу. Это пацан. Да, вот да, он один пацан и трехцветный пацан. Да, да. Кому надо, маленький, девочек стерилизуем по возрасту, ребят, надо разбирать. Их на организации вот приютили, пока на ночь вот занесли. Они совсем клопы, вот будут там по 10 килограмм собачоночки меньше. Вырастут. Даже меньше. Вот, надо срочно пристраивать.